Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Хоакин, и сегодня у нас первый взгляд на демоверсию нового хоррора под названием Fragile. И хочу, ребят, сразу отметить, в игре нет русского языка, хотя в Стиме он заявлен. Я смотрел настройки, но так и не смог найти что-то внятное, чтобы настроить. Но, насколько я понимаю сюжет, нам предстоит погрузиться в суровую реальность и играть за похищенную девушку из района Улан-Батор, Монголии, и раскрыть секретную организацию, которая занимается торговлей людьми и другими ужасными действиями. Ну что ж, ребят, давайте начнем играть и узнаем, что же представляет собой данная игрушка. Погнали! Итак, мы были в школе, отучились, идем домой. Бегать мы не можем, просто плавненько идем, не торопясь. Ну, наша героиня почему-то не в приподнятом настроении, да? Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Так, ну здесь я не разберу, что написано, надо дальше смотреть. Так, прочитать. Итак, что у нас здесь? Так, пропал без вести 23 августа в районе Харол. Да, наверное, так. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какая-либо информация. Телефон 56-47-94-61. Он был... на нем был зеленый свитер и голубые брюки. Понятно. Пропавший мальчик. Это интересно, на каком языке написано, ребята? На монгольском? Пускай даже не могу разобрать. Так, больше ничего прочитать не можем? Нет. Так, идем дальше. Как это убрать? Все, понятно, экскей. Да, такая, конечно, погода тоску навевает. Каждый куда-то, не торопясь, идет. Думает свои думы. Зарана, угас, что это? Да, в мире творится полный хаос какой-то. Посмотреть на людей-то. Так, Агрын Бахирдон. Что-то мальчик пытается поднять кого-то из своих родственников. Ну, реально все люди такие грустные, задачные. Не, визуальная игра смотрится даже очень интересно. Жалко, что, конечно, у нее нет русского языка. Он бы не помешал. Кузов за свар. Сварка кузова, короче, да? Понятно. Так, что это у нас такое? Давайте прочтем, что ли. Так, давайте читать, что у нас здесь. Так, линия загрязнения воздуха города Улан-Батор. 24% связано с дыхательными путями, рак легких 39,9%. Загрязнение воздуха связано с заболеванием дыхательных путей, это 52%. 20% сердечно-сосудистых заболеваний. 9,2% всего населения города смертельно больны. 28,8% летальных исходов от сочетания легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Ого, так тут весь город болен. Офигеть. Что же случилось-то тут? Это будущее, что ли? Почему такие плохие условия у них? Ладно, давайте двигаться дальше. Нереально, как будто какой-то прошел коллапс. Что с людьми? Загрязнение воздуха, кругом полиции, пропадают дети. Это ненормально. Тот Каминсун. Какой-то детский 18+. Ничего такого.
Так, ладно, дальше. Да, ребят, мрачная атмосфера, да? Бегать мы не можем, просто тихонечко идем и наслаждаемся пейзажами. Да, сказала пейзажи, мужик вон там стоит, сыт гад. Вот пнуть бы ему сейчас, да? Бесстыдник. Так. Что там? А, перейти дорогу надо? Я сперва не понял, зачем надо было нажать. Почему она в автобусе не поехала? Шла пешком. Какого черта? Чувствую, ребят, жесткая игра будет. Все хорроры, когда там замешанные дети, они всегда бывают очень жуткие. Что происходит? Мы проснулись. Нас похитили. Ну так было написано в описании, что нашу героиню похитят. Блин, конечно, неприятно. Ситуация. Ого, что-то у нас написано. Ребят, надо читать. Они забрали меня и моего друга из нашей школы. Они сказали, что купят нам видеоигры. Они разместили моего друга подальше от меня. Они сказали, что дадут ему принять ванну. Я слышал, как он плачет. Он никак не может перестать плакать. Я надеюсь, что он скоро вернется. Понятно. Значит, еще друга твоего похитили, а друг-то кто? Так. Еще одно сообщение. Он сказал, что даст мне много канди. Или кэнди. Сначала он был очень мил со мной, но после того, как мы приехали сюда, он стал называть меня хрюшкой. Я все еще жду, когда он принесет мне кэнди. Я очень голодна. Ребят, кэнди, это что за игрушка? Это случайно не друг у Барби-то, там как его? Там Кен. Я просто думал, что может быть это как его Кэнди. Это не, значит, это другая игрушка. Я, честно, ребят, не знаю, что это за игрушка. Так. Дверь закрыта. Ну, конечно, глупо было надеяться, что она открыта. Да. Так, ладно. Возвращаемся обратно. Так, это мы читали? Да. Не читали. Ничего нового от старой записки. Угу, все старое. Так, это что, новое что ли что-то? Так. Он сказал, что был папиным другом и что он отвезет меня домой. Это страшное место. Не мой дом. «Папа, мама, где вы? Эти люди причиняют мне боль». Черт, что случилось? Ох ты, башкой ударилась. От чего это она так сдернулась-то? Что услышала? Воспоминания навели.
Так, пнуть. Ух ты. Стена разваливается. Блин, так у нас план побега есть. Круто. Офигенно. Так, ребят, ползем тихонько. Блин, такая прикольная анимация в игре. Что такое? Наверх? Как? Взаимодействовать? Блин, какие-то шахты у них тут. Надеюсь, я правильно ползу? Может, надо было сперва внизу все смотреть? Там, тем более, вроде свет, что ли, шумел. Ого! Что такое? Фотография. Сын, отец и мать. Ого! Ну это чья-то каморка, смотрите, тут черепа. Кишки, руки, ноги. Кости, и кто-то тут живет. О, нет. Надо уходить срочно. Не туда мы забрели. Чье-то логово. Что творится здесь? Они, значит, каннибалы? Кто похитил-то там девчонку-то? Какой-то мужик. Вроде бы двоих было. Значит, они каннибалы. Вот там мы на фотографии видели семью нормальную. Что они здесь вытворяют? Тихонько. О, твою мать, ты кто еще там? Черт. Ты не съешь меня? Ты не голым? О! Так это значит его логово, наверное, этого чувака, который там. Вы же видели фотографию? Реально же пацан похож на него, да? Так, что это такое? Лошадь, овца, коза, верблюд. Это что у нас такое? Кости, что ли? Это, нет, это зубы, наверное. Так, и что тут объясняет он? Правила игры? Так, если ты продвигал лошадь, лучше сможет продвинуть свою лошадь дальше, на один шаг вперед. Посмотрим, чья лошадь доберется до финишной черты. Блин, я ни черта, конечно, не понял правила. Ну, лошадь вот она, да? Так, где лошадь-то? Как она изображается еще раз? С каким крючком? Так. А как мне тут играть? Чувак. Верблюд. А, надо крутить, чтобы тебя этот выпало. Лошадь. Не везет. А, ему сразу повезло, да? Офигевший. Ай да блин. Черт. Ну ладно, сейчас. Сейчас я найду. Смогу. Да ты слишком это... Резвый? Ай, посильнее надо. Так он тут играет сколько уже? Я тут только начинаю еще. Отлично. Дальше. Эх, перестарался. Ну, хоть правила понял. Так. Так, совсем чуток сейчас надо.
Перестарался, блин, надо было 7 чуток же. Вот сейчас она также маленькая только. Отлично. Немного осталось мне. Ага. Кажется, я понял игру. Эх, блин, ну что ж чуть так, а? Слишком передержал. Ему повезло. Черт. Ну ладно, хоть так. Блин, я хотел совсем маленько передвинуть. Блин, так не получается. Надо все равно побольше крутить. Ну, сейчас надо полную прокрутку делать. Нет, нифига. А сказал, что понял, да? Вот так вот. Так, мне еще осталось три хода. Сейчас не смогу, надо будет, наверное, посильнее крутануть. Ух ты, везучий гад. Жулик. Блин. Да, запарил. Давай вот так вот сыграем теперь. Блин. Отлично. Так, мне остался один ход. Ему тоже. Почти. Ай, чуток же, ребята, а? А, хитрец хотел, да, как сыграть-то? Блин, перекрутил. Не докрутил. Ты везунчик? Нет, все-таки моя взяла. А что ты радуешься? Я же выиграл. Ну он доволен, ладно, он нас не съел хоть. Хоть это радует. Да ладно, хоть так все вышло. Так. Ну мы выбрались из своей каморки. О! Ты кто, приятель? Ключ? Он показывает где? Хорошо. А, вот как раз про него говорил наш Кирине, что он плакал. О, черт! Как так? Как так? Вот черт! А зачем я встал с корточек-то? Хорошо, понятно все. Все, иду. Тихонько. Чего там за гаджетом сидит? Не видит нас, да? Ладно, тихонько ползем. Блин, тут целая тюрьма. Сколько камер-то? Что это такое? Дружба? Лозунги. Понятно все. Так. А шахта будет закрыта.
Письмецо какое-то. Ну, давайте прочтем. Приветствую, два моих сокровища. Привет, любовь моя. А как здоровье моих сыновей? А скучаю по тебе от всего моего сердца. А, любовь моя, у меня все хорошо. Просто интересно, что вы двое делаете? Рука дрожит, когда я пишу это. Потому что на этот раз я собираюсь сообщить вам плохую новость. Я даже не могу... Они закрывают шахту. Я не знаю, что делать. Я поставил все на карту. Я подвел тебя. Я обещал сыну скаковую лошадь. Но теперь я даже не могу послать тебе денег на лекарства. Когда я уезжал, я взвалил все свои проблемы на твои плечи. В тот день ты улыбнулась мне и сказала, что доверяешь мне. Я не смог держать своего обещания. Жаль. У тебя вообще осталась еда? Мне так жаль, любовь моя. Я посылаю с этим письмом свою последнюю монету. Мне очень жаль. Твоя любовь, Нэнд. Да уж. Ну вот, походу, Нэнд. Вот этот пацан, это, походу, точно... Я вот не знаю, сейчас мужик писал. Нэнд, это женское или мужское имя? В принципе, наверное, мужик писал своей возлюбленной. Да, мужик писал своей возлюбленной, скорее всего. Так, что такое у нас тут? И? Залезть надо? Я не понимаю. Что делать-то нужно? Что-то зацепить? Да, нам не пролезть. Так. Что может в ту дверь? Ой, нас черт увидели. Бежим. Бежим. Черт, не получилось. Ну вот, ребят, вот такая вот демка. Довольно интересная игра. Жаль, что, конечно, не на русском языке. Было бы намного приятнее тогда играть и полностью погружаться в атмосферу этой игры. Ну а как вам, ребят, игра? Пишите в комментах, мне будет интересно почитать. Ну а с вами был Хакин. Подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте лайк. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.